Что стрим есть, конечно, реабилитация. Посмотрим полностью 3 минуты. Лево, всего же на барабанах и Терентьев. Да, посмотрим. Спасибо, Знатыч. Ну, честно говоря, прям, я не знаю, что так получается, но пока ультра сонно. Прям вяло так, что просто жопа. То есть, как-то, может быть, хлипкое сведение какое-то непанчевое, я не знаю. Оно как бы нельзя сказать, что прям криво как-то, но прям очень сонно все. Какое-то вот такое все. Какое-то плечанское насыпает, да. И как-то вот барабанщик, да, ну, выглядит не драйвово, то есть выглядит поведение зашуганное, то есть сравним, допустим, с той же самой Середой, да, которая просто, ну, или там Рыбалченко, которые прям в камеру все-таки напорист, ну, и другие всякие чики барабана. Здесь ощущение какой-то скованности, особенно, допустим, смотрите, в конце взгляд будет потуплен. Прям такой из-под лоби, здесь вообще все нормально, я там укладываюсь в дубль или нет? То есть это как бы тоже сразу передает слушателю, потому что слушатель хочет, чтобы была некая граница большая, да, между артистом и самим слушателем. Слушатель воспринимает, что вот я сейчас пришел с работы, достал банку пива, работал на заводе, устал, а вот эти вот какие-то небожители, вот они сейчас должны меня развлечь, как старого типа мужика деда, который весь там в пиве, в работе. И когда ты видишь то, что тебя развлекают люди, которые как бы такие же, тоже какие-то робкие, там палочки что-то все скребут, что-то, да, это сразу как бы, ну, вызывает когнитивный диссонанс и желание выключить. Сыграно, да, ну прям хлипко. Не знаю, кто там как бы гадит, Левос или Терентьев. Терентьев сам какой-то немножко, видите, под это, подзагруженный. И кому-то вообще нужно без вокала вот эти вот слушать триоли, кому-то вообще нужно, непонятно. На самом деле прям полная зевалова, абсолютно. Блядь, просто это полный зёв. Фу. Бля, я такого уныния давно, честно говоря, не видел. Просто максимально все пластиково. Просто жесть. Так какой реальный уровень Левоса на гитаре? Плохой.